Мы вообще-то в прокуратуру обращались, президенту писали, Национальный банк писали. Тихо, они все друг на друга стрелки откидывают, ничего не говорят. Вложив деньги, а тепер оце ходю, шукаю, коли й вернуть. Ні процентів немає, ні вклада немає. З марта місяця перестали платити проценти. Вот. И вот такие сборища у нас постоянно, каждую среду. По мнению представителя общественной организации Союза защиты вкладчиков, потребителей банковских услуг Нелли Басиевой, сегодня они ищут другие методы защиты вкладчиков. Если говорить об опыте прошлых лет, то это, конечно, акции. Акции протеста, это недельные стояния под Кабмином, Национальным банком Украины, Верховной Рады, это взаимодействие с депутатами, то есть подключение к решению своей проблемы всех и вся. На собрания, которые проходят в каждую среду в ДК «Орбита», приходят не только вкладчики. Приглашаются сами представители банков. Нужно отдать должное последним. От самих встреч они не отказываются. Тем самым вкладчики имеют возможность узнать информацию из первых уст и задать вопросы представителям банка. Обнадеживающая новость на сей раз прозвучала для вкладчиков Надрабанка. Его представитель Татьяна Дремлюга сообщила, что банк уже готов рассчитываться с депозитчиками. У нас идут программы для вкладчиков, у которых закончились вклады в январе, феврале, июле месяце и июне месяце. Там в зависимости есть сегментация определенная по клиентам, в зависимости от суммы депозита выплачивается от 20 до 50% вклада. Остальную сумму клиент имеет возможность переоформить, и сейчас уже достаточно лояльно можно переоформить на срок от 4 месяцев. По мнению представителя Союза защиты вкладчиков, потребителей банковских услуг Нелли Басиевой, защитить свои права и вернуть вклады можно будет только при тесном взаимодействии самой общественной организации, вкладчиков и банкиров. Вклады мы не отдаем. Мы помогаем их возвращать. И помогаем не сами, не я одна, не актив, который около меня, с вашей помощью. Только с вашей помощью. Сами мы что-либо сделать не можем. Поэтому, да, тяжело. Сразу много.